Благодарность учителю за понимание, доверие и поддержку – повод поделиться своими историями. Тем более приближается замечательный праздник для тех, кто выбрал важную и сложную профессию учителя. Акцию «Мой учитель-2021» организовали в Министерстве просвещения. Как стать участником, расскажем далее. Труд учителя был и остается одним из самых нелегких. Ведь учитель – фундаментальный строитель нашего общества. А еще это мудрый педагог, опытный наставник, добрый друг. Рассказать о любимом учителе, поблагодарить и поздравить его с праздником может любой ученик, теперь и виртуально. В канун Дня учителя Министерство просвещения запустило акцию «Мой учитель-2021». Для участия нужно перейти на специально созданную страницу Минпроса. Акция продлится до 1 октября. Для того, чтобы принять участие, необходимо пройти по ссылке и заполнить страницы или данные анкеты. Необходимо представить фотографию в хорошем качестве со своим любимым педагогом. Также можно написать небольшую историю или очерк о своем любимом наставнике. Фантазия не ограничена. Рассказы и истории могут быть разными. Авторы лучших поздравлений получат дипломы Министерства просвещения. Но главное, о лучших педагогах узнают город и республика. Елена Леонтьева, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.